Добрый день, садоводы, огородники и любители. Сегодня мы с вами будем высаживать базилик ароматы Востока в теплицу из поликарбоната. Садить я буду в теплице с помидорами, а садить я буду по самому краю. Вот я уже начала садить. Вот вы видите, зеленый-синий. По краю у томатов. Значит, у самой тропинки. Вот я подготовила небольшую лунку. Значит, засыпаю туда калий без хлора, органическое удобрение, совсем чуть-чуть. Вот, перемешиваю немножко с землей, ну и беру саженец. Так как у нас перед этим был синий базилик, я беру зеленый. Аккуратно берем, ставим и присыпаем землей. Обязательно не забудьте его полить. Можете полить сразу же, как будете ставить. Но так как у меня сперва полила, а потом начала высаживать, поэтому я полью после посадки. Вот я поливаю водой. Вода у меня еще сталая, сталого снега. И обязательно теплой водой поливайте, которая в теплице нагреется до той же температуры, как и все растения. Вот так легко можно посадить базилик ароматы Востока в теплице с поликарбоната. А почему мы садим в теплице? Потому что летом неизвестно какое будет, а в теплице всегда все вырастет обязательно. Так что, если вам интересно, какой вырастет у нас базилик и как мы будем его дальше выращивать, подписывайтесь на мой канал и наблюдайте за выходом дальнейших роликов. Всего хорошего и до новых встреч!